Друзья, произошло непоправимое, мой голос не записался, поэтому я вынужден вернуть рубрику «Краткое содержание». Итак, краткое содержание серии. Делала попросила меня найти плакат с растениями. Плакат, блядь, с растениями. Мне было очень интересно, но ее мысль была более глубокой. Она спросила у меня, вижу ли я дерево. Я вижу дерево, я понял, что она говорит про название. И я не должен говорить, потому что она слушает. Это великолепное дерево, как говорит Делайла, и я нашел его. Смысл в том, что она отправила меня в другую локацию, где что-то было. Я такой, понял, и решил пойти. Делайла очень умная, подумал я. Как же я, блядь, ошибался. Я взял свой родной рюкзачок с топориком и вышел в то самое место. В целом я видел, как июльский пожар разгорается, и я даже немножко взгрустнул. Но это было только самое начало. Я очень долго гулял около этого ручья, но ничего не появлялось, и мне было даже интересно. Я шел вдоль, шел, но внезапно появилась рация. Я такой, опачки, я у тополиного ручья, я готов. И я все еще назвал его, это очень интересно. Она спросила, вижу ли я ящик с припасами. К сожалению, я его не видел, но только пару секунд. После этого я видел, она сказала, что спрятала что-то. Пистолет, подумал я. Нет, дробовик, подумал я. Нет, она принесла гранаты, подумал я. Но моему удивлению не было предела после того, как я открыл. Я такой, раз... А там еще одна рация лежит. Я такой, ебаньки в рот, еще одна новая рация. И три слепые крысы. Интересно, к чему были эта книга там лежала? Ну, собственно, неважно. Я выбросил свою воки-токи, ну, это скорее не воки-токи, а рация. Переписал остаточки карты и начал общаться с Делайлой. В итоге я узнал, что Делайла очень много врала, когда пыталась получить эту рацию. И это не очень хорошо, потому что она загоняла саму себя в угол. Но, по крайней мере, нас больше не слушали, подумал я. Мне было очень интересно, какого хрена здесь происходит. Вот именно. И я не знаю. Я хотел просто спокойной работы, а наше радио прослушают. Я поинтересовался, может, у других дозорных то же самое происходит, или только у нас с ней. This isn't happening to anyone else, and I'm done asking. И мать твою, я собирался найти ответы. А еще я знал, что топор не только поможет мне открыть дверь за тем забором, а также поможет мне открыть людей, которые стоят, сука, за этим, и получить некоторые ответы. Но скоро меня ждали великолепные новости от Делайлы. О чем же, подумал я? Она, блядь, отправила официальный отчет, что мы не имеем понятия про девушек, у которых я утопил бумбокс, и чтобы никогда их в жизни не видели. Вы представляете? Я же просил этого не делать, Это же просто ужас, это похороны, а с учетом того, что нас слушают, они это знают. А в итоге она сказала, что она... Просто не хотела, чтобы ее допрашивали. Дело не в этом. Родители потеряли детей. А ты не хочешь, чтобы тебя допрашивали? Это просто пиздец. Но я понял, что моя жопа прикрыта. Я, если нас слушали все это время, я сказал, что я готов отвечать на все вопросы. Я видел этих девушек, я знаю. Меня, сука, было не прижать. Минута я после, я пришел в таки этот лагерь и просто решил выломать нахуй калитку, о чем сообщил Делайле по рации. Ошибка была это или нет, но я взял и стариной топором выбил нахуй эту калитку. После этого я решил как-то следы замести, как бы починить, может быть, или что-то еще. Делайла сказала, нахуй, просто иди. Я такой, ну и ладно, и я пошел.
Увидел какой-то ящик, решил открыть его. Вапити. И на меня напала ужасная пчела-убийца, блять, которая ужалила меня в руку. Может быть, не стоило этого делать, но планшет явно того стоил. Я прочитал маленький отчетик. В принципе, ничего интересного, кроме как состав исследовательской группы. После этого я решил пожаловаться на укус пчелы. Да она такая, ну ладненько, это все? Я такой, блять, больно тут еще. Конечно, больно. Ну, да ладно, сказал, что ей жаль. Я не поверил и затаил обиду. В целом, тенденция перепрыгивать через мост была странной для моих габаритов, но я это уже делал. Было крипово, я ждал подвоха с любой стороны, что меня могут пиздануть руками, ногами, чем-то еще, но вроде как пронесло. Так что я двинул дальше и увидел такое, чего я реально не ожидал здесь увидеть. Это был не исследовательский лагерь, а какая-то жесть. Мое внимание привлек работающий генератор, а также большая радиовышка, о чем я быстренько сообщил Делайле, что типа здесь нет никого, но здесь огромная радиовышка. И сделал предположение, что нас могли слушать через нее. Но я так не считал, потому что чистоту вышка подобрать не может, понимаете? А позиция этой вышки их, в принципе, довольно хорошо располагала к скрытности, и их никто не мог заметить. Я двинулся дальше и увидел огромный такой лагерь с палатками, какими-то разграничителями земли, что ли. Я даже не знаю, как это назвать. Разметка, что ли. Были какие-то коробки с припасами, стремянки, пикающее оборудование, палатка, собственно. В нее я пока решил не заходить, а просто посмотрел. Зато я решил сообщить о пищащем оборудовании во все стороны. Там была треножка для наблюдений и еще много всякой херни. Причем некоторые из питания или, я даже не знаю, кислородных труб уходили под землю, что вообще я находил очень странным. Что давало мне какой-то отчет. Треножка для наблюдения, очевидно, оставалась для каких-то целей. А ребята могли находиться не на этой палатке, а еще ниже, под землей. Я глянул на разметку почвы и двинул в палатку. В палатке была просто жесть. Здесь было до хрена еды, до хрена воды, куча кейсов, какие-то аппараты, которые я поспешил спиздить, которые пищащие приемники. Они, кстати, заменили мне компас, потому что они были гораздо удобнее и более такие современные, что ли. Я взял его с собой, настроил на пищание и начал смотреть, что он мне показывает. Я двинул дальше в палатку и начал собирать все отчеты, все, что попадалось мне под руку. Собственно, я предлагаю вам посмотреть самим. Когда я убрал беспорядок, я нашел штуку, которая пищала. Это был какой-то ремешок с чем-то. А также я нашел папку, где были наши имена и наша характеристика. Я прочитал обе статистики на нас, и они были довольно интересные. Во-первых, Делайла, она, оказывается, до сих пор состояла в отношениях со своим любовником, и она алкоголичка. А еще она старше меня, никогда не была замужем, ну и все такое. О себе я нашел гораздо проще. Характеристику я был моложе, веселее, приятнее, интереснее, сексуальней. Испытывал чувство вины, но дело все в том, что у меня была внушаемость и подверженность манипуляции 9. 9, Карл! Если мне скажут спрыгнуть со скалы, я подумаю и прыгну. Это была жесть. Я поспешил поделиться о том, что нашел в этих папках по-настоящему. Там еще была карта с пометками, нашими маршрутами. Планшет, который показывал частоты других людей, не только наши. Это была жесть! Это было полное наблюдение за нами и возможная запись происходящего с помощью такого оборудования. Я был просто в ахуе, зачем мы им нужны. Делайла поспешила отнекаться, что она с любовником не вместе, но я все понимал.
Но самое интересное, что она скажет, будет впереди. Именно! Она, блядь, сказала, давай сожжем это место! Я сказала, ты что, поехавшая? Какой сожжем? Нельзя так поступать! Это безумие, особенно с учетом того, что нас могут реально слушать с помощью всего этого. Ты хоронишь нас! Она говорит, потом сообщим об этом. Я такой, ты ненормальная. Она хоронит нас, ребята. Мы поедем в Магадан просто потому, что она так захотела. Я смотрел на носочки и на койку, потому что к койке мне приходилось уже привыкать. Они схожи с теми, что стоят на зоне. У меня начался нервный тик, и я начал кидаться банкой, блядь, в ёбаный ящик, чтобы хоть как-то успокоиться, но это не помогало. Особенно после того, что банки проходили сквозь него. Я осмотрелся на наличие этого в последний раз и решил свалить. Это были похороны. Я приготовился к самому ответственному прыжку в моей жизни, чтобы свалить отсюда. Но, как вы можете понимать, мой вес сыграл злую шутку против меня. Я мог сообщить о столбе дыма, но не успел. Мост свалился, я больше не мог вернуться. И я увидел, как горит тот самый лагерь, который я сказал, что сжигать не буду. Делана поспешила обвинить меня в том, что я сжег этот лагерь. Я парировал, что это был не я. Она поинтересовалась, что нам делать, и я сказал, что нам нужно рассказать об этом. Я сказал, что в принципе пожаров много не бывает, но можно было бы вообще и правду сказать, почему нет. Теперь эти люди, которые след за нами, сжигают леса и все такое, я начал кидаться камнями. И я очень хотел съебаться. Начинался 77-й день. Пока я сидел и мило плевал в потолок, мой пищащий друг-ресивер что-то поймал. Я видел жучок на столе, но я понял, что это такое, поэтому я не думаю, что это что-то опасное. Но очевидно, что меня слушали. Я поспешил бросить шишку в умывальник, но это не помогло. Я разозлился, увидел томатную пасту, которую я кидался в лагерь, она тоже не попала. Я решил помыть тарелку, но не смог. И решил посмотреть, что же нащупал мой старый друг, новый компас, а именно пищалка. И вы не ослышались? Делайла собралась нажраться. В тот самый момент, когда нужно сохранять трезвость ума и решать наши проблемы, когда наши жизни возможны в опасности, она решила нажраться. А еще она назвала меня Хэнк. Вы знаете, в этот момент я остановился и даже начал понимать, что характеристика этих людей, о ней и о мне, действительно не врет. Она говорит правду, она алкоголичка. Она сказала, что решила не париться в принципе, потому что нет доказательств, что мы были там. А если нет доказательств, значит наша вина не доказана и нет смысла париться. И попыталась заигрывать со мной. Я отключил радио и понял, что она меня только отвлекает. Я без проблем нашел источник сигнала, тем более с таким компасом, который просто идеально все показывает, да еще и пищит, когда ты приближаешься к этому объекту. А, там была дыра в кустарнике, которую я расчистил, с Делайлой связаться не удавалось, ну и хер с ней. Я нашел рюкзачок, который торчал. Я быстренько осмотрелся по сторонам и решил схватить его побыстрее. Что я, собственно, и сделал. Там были ключи. Но тут была растяжка из Fallout, я чуть не взорвался нахуй. Но я понял, что это всего лишь ебаный будильник и перестал бояться. Взял этот рюкзак, снял ключи. И решил все-таки попробовать рассказать Делайле, что же здесь творится. При этом сломав нахуй этого сукина сына. Она поинтересовалась, была ли это ловушка. Я сказал, что я в полном порядке. Не знаю, почему здесь спрятаны ключи, но это была от пещеры Шашони 452, которая в ущелье находится. Да, она подтвердила мои мысли. Я подчеркнул, что она насинячилась. Не так уж и темно было. Она сказала, что я вернулся на башню и предложила мне выпить.
А я сказал, что я не у своей вышки. Вы поняли, насколько сильно я охуел. Я выхватил топор и побежал, блядь, в свою вышку. Я был готов разрезать сукина сына пополам, блядь, а потом сшить и снова разрезать! Роняя кал, я поднимался по своей вышечке, чтобы найти его, но здесь уже никого не было. Совершенно никого. Я даже подумал, что Делайла обманывает меня, и решил сначала проверить свою под кроватью, проверить все перед тем, как заходить, не обмануться по новой. И тут, вы уже видели многие, а я к тому моменту не видел, но я замечу чуть позже. Я такой, ебать колотить, растяжка! Но это была не растяжка, я говорю, все, ребята, это пиздец, сейчас открою и взорвусь и улечу вниз, но нет. Это была не растяжка, это всего лишь был плеер, я сообщил об этом плеере. Делайла не знала, что сказать, а я решил взять и послушать, что там. Вы слышали, правда? Вы слышали то же самое, что слышу я. Это был пиздец. Я знал, что так кончится. Я всю серию об этом говорил. Но благо, что это была идея Делайлы. Да. Ты сама, сука, виновата. Начинался 78-й день, а я, если позволите, откланяюсь. Извините за столь короткое видео, надеюсь, что своими закадровыми комментариями я спас серию, не дал вам скучать. Доброго всем FPS, спасибо, что были со мной. А вы, господа, всем пока. Магазин игршуз.про. Самые элитные игры для самых элитных ребят. И самые качественные ящики lootcase.ru. Сделай себе приятное. Все ссылки в описании под видео.